Спасибо. Ребята, давайте жить дружно.
Ай-яй-яй.
Повезло.
Жить дружно. Прижмет, а? Нет, нужен хороший план. Очень-очень хороший план. Надо подумать, так что думай. Mm-hmm.
Мы опрыскиваем район от вредителей. У меня нет вредителей. Если нет, тогда скоро будут. Защитники природы. Не входить. Все в порядке. Подпишите, пожалуйста. До свидания. Спасибо. Эй, смотри. Опять проделки этих вредных мышат. Как они мне надоели! Похоже, эти мышата никогда не успокоятся. Наконец-то мы отомстили. Здорово. Да. О, есть одна отличная идея. А что, если отправить этих мышат куда-нибудь подальше? Хорошее приключение пойдет им на пользу. У них будет время обо всем подумать. А я хоть отдохну немного. Что это? Это же карта! Вот здесь спрятаны сокровища! Смотри, крест! Вот здесь и зарыт клад! Сыр, сыр, сыр! Колбаса, колбаса! Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Два шага на запад. Это здесь. Сыр, сыр, сыр. Что ты сказал? Отойди. Первый удар за мной.
Ой, как больно! Это ты кидаешься шишками? Нет! Ай-яй-яй, не повезло. Это дерево точно лиственница? Конечно же, лиственница. Они растут маленькие листья. Я вспомнил. Но с лиственницы не падают шишки. А то. Ну, посмотрим, посмотрим, что же будет дальше. Вот дают чемпионы. А я пока отдохну немного. Ну, проказники, еще бы чуть-чуть. И где этот сундук с сокровищами? А где же сыр и много-много колбасы? Что это? Наша колбаса. И сыр тоже уехал. Это мама. Нет, не мама. Это кот Леопольд. Леопольдушка, прости нас. Я падаю! Леопольд, прости нас. Прости. Мы больше не будем, обещаем. Ребята, давайте жить дружно. Тебе помочь? Думаешь, получится? Я уверен, что план сработает. Мы уже идем. Так, сейчас пущу воздух.
получилось? О! Сейчас! О, нет! Держись! Привет! Я будто в аквариуме. Эй, поднимаемся. Я не боюсь вас. Нет, нет. Вот это рыбина! Плыви, плыви дальше! Леопольд, подлый трус! Это тебе мой первый подарочек! Кажется, я ее поймал. Это всего лишь старая шина. Ай, под водой так хорошо! Еще одна рыбка. Кажется, опять не то. Пустая корзина. Там краб. Думаю, Леопольд, она подойдет. Леопольд, подлый трус! Ну и жара! Я уверен, на этот раз это рыбка. Что там такое внутри? Интересно, что это такое? Так, это письмо. И что же в этом послании?
Читай! Это тебе! Подлый трус! Так и есть. Подлый трус! А, кажется, клюет. Это же старый ботинок. Жарковато. Опа. Да я тебе помогу. Получилось! Я смог! Я знал! Я верил! Это был отличный план! Да! Ой! Леопольд! Уже сделал! Не волнуйся! Леопольд больше никогда не вернется! О нет! Он возвращается! Летит прямо на нас! Спасите! Помогите! Спасите! Вытащи нас! Где-то мы утонем! Леопольд, помоги нам! Прости нас! Прости нас, Леопольд! Нравится купаться? Нет, я не умею плавать! Спаси! Спаси нас! Пожалуйста, Леопольдушка, спаси нас! Помоги! Прости нас, Леопольдушка! Мы больше так не будем! Мы будем хорошими! Мы будем хорошими, обещаем! Ребята, давайте жить дружно! Ну.
Ну, проказники. Леопольд, подлый трус! Да, круто! Да уж. Хвост за хвост. Глаз за глаз. Леопольд, мы идем под трус. На прогулку отправился. Сейчас, Леопольд, покатаешься. Леопольд, мы идем, подлый трус. Уходим. Вон он едет. Будет знать. Еще бы чуть-чуть. Так.
Как красиво. Леопольд, ты свое получишь? Выходи, подлый трус! Ладно. Ну и голова. Ты у нас получишь, Леопольд. Мы тебе покажем. А это для чего? Ну, это... Здорово! Эй, Леопольд, подлый трус, готовься! Мы уже идем! Вон он, враг, на всю жизнь поливаешь, да? Сейчас мы тебе польем, подлый трус. Приготовиться, огонь! О, нет! Выпустите нас! Леопольд, подлый трус! О, здрасте! Привет, привет! Что это вы там делаете? Проходи, проходи, не твоего ума дело. Ну и ладно, как хотите, пока. Счастливые, они на свободе. Мы выберемся отсюда. Свободу! Свободу нам! Леопольд, помоги! Мы больше так не будем! Вытащи нас отсюда! Вытащи нас! Пожалуйста, вытащи нас! Мы больше так не будем! Ой-ой-ой! Мы больше не будем, Леопольд. Прости нас, Леопольдушка. Мы больше не будем. Ай, ребята, давайте жить дружно. Ох.
Смотри-ка, в отпуск собрался. Отпуск? Зачем он ему нужен? Он же не работает. Отстань! Некогда прохлаждаться. Надо испортить ему отпуск. Глаз за глаз. Хвост за хвост. Туда! Куда же делись колеса? Сейчас ты у нас получишь. Ваш билет, пожалуйста. Где же он? Такси, пожалуйста.
Но машина дальше не поедет. Леопольд!
Пожалуйста! Пожалуйста, Леопольд, спаси нас! Помоги, Леопольд! Помоги! Ай-яй-яй! Помогите! Спасите! Сними ее с меня! Прости нас, Леопольд, мы больше не будем. Мы больше не будем, Леопольдушка. Ребята, давайте жить дружно. Ха-ха-ха.